Мы сейчас кофе тут берем. Так мне одной рукой неудобно. Колумбиан. Видите, разные сорта кофе. Я люблю Колумбиан, мне нравится. Вот тут самый большой стакан $1.79. Видите, $1.69 и $1.59. Можно много чего купить. Так, теперь тут молочка добавим. Half and half я люблю. Потом сахар добавим и посмотрим, как у нас будет по вкусу. Да? Вообще-то я люблю вот этот коричневый сахар, но его очень долго надо кидать. Сейчас я остановлюсь и буду кидать сахар. Вот такой тут разнообразие всего. Pumpkin spice, hazelnut, decaf, dark roast, pumpkin, всякие разные. А там можно даже купить что-то покушать. В общем, хорошо. А там вот тоже стеллажи. И здесь тоже стеллажи. Видите, с едой. Очень все чистенько, хорошо. Всякие крышечки, соломочки. Все можно взять. Тут, конечно, напитки, кока-колы всякие. Ну, просто вообще все не перечислить. Замечательно. Кофе прекрасного цвета. Прекрасного. Вкусненький такой, ням-ням. С ушками и с хвостиком. Фирменный знак вот этой фирмы. Такая смешная машинка получается. Мышонок такой вот. Эта фирма занимается. Ну, их... И мышатками, в том числе, и уничтожением. Ага. Вот в этом районе, если в тупичке красиво, стоящий домик купить. Тут гараж на 3 машины. То вообще замечательно. На воду. Ага. Очень, ты знаешь чего, приятный район тоже, да? Солнечный, хороший, такой вот тихий. Вот, сейл. Да? Вот сидят парочка. Где? А вон там муж с женой сидели. А мы проехали. Вот for sale дом, например. Вот тут нету этого. Каменный. Камнем. Ой, будь здоров, Саша. Камнем. А вот это сзади. А, вон там дом, вот тот сзади, да? Да. Нет, мне кажется, это не он. Он, да. Короче, район... Ой, цапля он ходит, представляете? О, цапелька ходит. Вот тупичок, смотрите, там классный. Да, вот тупички там и классные. Участок, там... Короче, все. Я тут заснимать все не могу. Это большой очень район, но домики вот такие все. О, а сколько пальм моих любимых, обалденных. Это что-то. Всем привет, привет. Качаюсь на такой качели скрипучей. Сегодня у нас понедельник. У нас такая традиция с утра ездить, смотреть районы, дома, какие здесь есть. И вот сейчас такой хороший райончик. Другой уже мы нашли райончик. Тут много хороших райончиков. Вот смотрите, я тут такой, как зона отдыха в этом районе. Не буду скрипеть больше этими цепями. Смотрите, какая большая площадка здесь. Даже есть какой-то каналы какие-то вот. Домики кругом. Замечательно. Сижу вот так я под деревьями в тенечке. А вот там домики. И здесь в районе 150 тысяч можно купить хорошие, неплохие домики. Только надо искать как следует, конечно же. Постараться. Неплохо.
Эти цапли тут кругом летают, или кто это вообще? Я не знаю, что за птицы. Такие вот. Ух, как она летает быстро. Я ее не поймала даже. Аисты ли? Я не пойму, вот эти вот это пресные озера или что, мы еще не разобрались. Попробуй. Тут вот такая пристань. Рыбку ловит дядечка. Такая вот пристань здесь. Вон дядечка рыбку ловит. Интересно, что он там поймал. Ты с тобой на одну сторону опасно становится. Так, ну-ну-ну, не ворчи. Вот эта пристань такая плавучая. Она плавает. Ой, деревце красивое. Смотрите, что-то он поймал. Ну-ка посмотрим, что. Приличную рыбину поймал. О! Да, приличную рыбину. Где он там? Я его потеряла. Да. Действительно приличную, Саш. О, он ее в руки взял. Смотри, какая. Он какая рыбина. А, это черепах. Вот поймал. Черепаха? Да. О, я думала, рыбину он поймал. А он черепаха. А что, черепаха клюнула, что ли? Да, почему нет? Можно сварить суп черепашей. Ой, как скрипит это. Так, ну все. Скрипучка. Да, поехали дальше. Ой, а вот дом шикарный продается, мне кажется. Он просто шикарный. Там есть бассейн. Сейчас Саша скажет цену. Мне кажется, он зашкаливает, мне кажется, он, Саш, по цене. Да? Мне скорее скажи цену. Что-то он так хорошо стоит, смотрится. Или у него земли много? 242, да? Вот, но он стоит этих денег. Ой, шикарно. Улица тоже шикарная. Ребята, есть к чему стремиться. Да. Вот еще дом продается. Что же хорошо смотрится. А там нету ничего. Нету ничего, да? Но он как-то стоит. Ой, у него очень много земли, Саш. Но стоит вот с той стороны у него дорога. Мне не нравится, что у него с той стороны дорога. Appointment only. Ага. Ну нету этой. Да. Нету ничего. 49-40. А какая улица, я не знаю. Ну, хорошо смотрится дом, да. Это его земля, да? Да. Да. Ну, дорога там. Да, городок, конечно, обалденно красивый, зеленый, ухоженный. То, что нам и надо. Много-много всяких магазинов. И Publix, и Walmart, такие основные, и JCPenney, и Macy's. Ну, вообще не перечислить. Все, что хочешь. Все, что хочешь. И вот дорога, например. Вот мы, по какой мы сейчас вот, дороге смотри, едем? Видишь, какой огромный участок. Да. И там уже загорожено. Мы едем на Тамьями, а мы едем по какой улице? Так, как она называется? Сантер Бульвард. Сантер. Окей. Едем сейчас на пляж купаться. Купаться в Мексиканском заливе. А тут вот это вот что-то комьюнити. Да. Бесконечные комьюнити, бесконечные в зелени всякие дома. В общем, все хорошо. И автобус даже ходит. Ну да, да, тут всякие варианты есть. Это мы по побережью Венеции едем. Ой, что-то у меня свалилось. Телефон свалился. Сейчас на пляж поедем, просто немножко изучаем берег. Да, тут бесконечно. Ну тут вот.
Вот все, видишь тупик? Вот все, дальше уже никак, Саш, он пальму, пальму парень обрезает. Видишь, вот туда дальше уже никак. А это какой-то боут-клаб. Тут можно... Не, на пароходиках, наверное, не покатаешься, конечно. Окей. Да. Мы вот опять открываем какие-то новые места для себя. Сейчас в Венеции, городок такой, Венеция, Венес. Мы буквально приехали вот, ой, в новое местечко такое. Представляете, здесь такой берег красивый. Сейчас я вам покажу. Вот. И по такому пирсу каменному сейчас будем гулять. Смотрите, какая красота. А? Это река какая-то течет. Смотри, прям течение, да. Такое течение быстрое. Такой вот пирс тут красивый. Вот удочку, удочки не хватает. Саш, удочку надо срочно. А вот туда дальше, вот солнышко в глазки, вон туда, вот птичка сидит. Мы купаться поедем вон туда. Там это очень хороший пляж, нам понравился, да. Ой, слушайте, я сегодня влюбилась в один дом. У меня там есть адрес. И картинок много про этот дом. Ой, рыбки тут плавают. Сейчас я вам покажу. Вот. И, короче, этот дом 242 тысячи. Ой, вот заезжай и живи. И ничего делать не надо. И там бассейн, и спа, и мандариновые деревья. И так кругом красиво оформленный дом. Я просто... Вот целых полчаса не могла отойти от шока, от культурного. Ой, такой бы дом я купила бы просто не задумываясь, мне кажется. Но я надеюсь, мы когда-нибудь найдем подобный. Подобный будем искать. Все, решено. Слушай. Да, и туда дальше я пляжи, там, боже тут, мой. Видишь, там паркинг рядом, а тут вон паркинг. Да. Немножко далековато идти. А мы можем в следующий раз туда съездить? Это все... Может, завтра туда поедем, давай, да? Замечательно. Это ты считаешь, это волна большая? Не, вообще я говорю. Я считаю, что это волны вообще никакой нет. Для меня это не волна. Неплохой такой пляжик, мне нравится тоже здесь. Ой, такая вода голубая, обалденная просто. Вот лодочка, пожалуйста, вам поплыл. Это какая-то река впадает. Хороший пляжик, замечательный. Там тоже с той стороны пирс такой каменный. Здорово. Такие рыбки прям косяками, косяками, косяками. Вон они прям дружно так туда-туда-туда-туда. Туда-сюда встретились. Встретились, косячок встретился и дальше. Да. Вот ой-ой, собрали. Как... Слушай, они какие дружные ребята маршируют прямо. Сейчас повернутся. У них вожак какой-то есть. Вот они повернутся. И назад. Это, может, пионерский лагерь какой? Наверное, пионерский лагерь. А вон там две птички сидят. Вот у них любовь. Давай. Сейчас, Саш, сейчас ты я... Сама выйдешь. Я двух птичек-то я еще не... Смотри, как он крылышки распустил. Ой, крылышки сушит. Ой, красотень. Сама выйдешь? Нет, ты мне нужен. Смотри, какая рыбка, да? Красивая рыбка. Опа! Браво! This is small? Yeah, it's too small, right? Yeah, it's too small.
Oh, that yeah. How many inches it must be? Well, you can keep those in any size, but they're not very good anymore. Oh, really? Oh, okay. Oh, okay. Uh-huh. А what is the name of this fish? It was Jack Crevel. Uh-huh, Jack Crevel. Sea bass, it possible to catch sea bass? Not so much off the jet. Oh, yeah. Interesting. О, да. Никого они не боятся. Красавица. Серая шейка. Да. Сейчас поедем на пляж купаться. Я, видите, завязала шляпу, чтобы она у меня не упала на пол. Упала шляпа, упала на пол, а у меня не упадет. Ой, наконец-то мы доехали до нашего любимого пляжа. На сегодняшний день он самый любимый. Тут идти к нему очень здорово. Сплошные заросли. Вот, и он такой, знаете, не широкий, но приятный. I'm sorry. Но приятный пляжик. Venice Beach. Идем. Опять я. Мы сейчас накупались целый час в воде, торчали. Ой, как хорошо. Обалдеть. Я ничего не вижу, что я там в камере снимаю. Я ничего не вижу, ребята. В общем, снимаю вслепую. Нам этот пляж, который называется Venice Beach. Venice Beach. Всех лучше понравился. Ой. Просто не передать словами. Мой муж в него влюбился, и я тоже. Вот, водичка. Hello. Водичка обалденная. Что я могу сказать? Теплая, чистая. Берег, мелкий ракушечник. Мы с вами один раз уже здесь были. Были. В общем... А? Да. Парами постоянно. Парами, да. Там две штуки, там... Слушайте, обалденно, конечно. Вот я в водичку пошла. Сейчас будем вместе купаться. Вот тут долго-долго мелко, а потом глубоко, а потом опять мелко. Обалденно. Слушайте, это что-то. Ой, ой, ребята, сейчас я окунусь еще раз. Ну, не страшно, вон там люди вообще по колено вышли на какое-то... Опа! На какое-то это самое... Отмель, что ли, по колено. Ой, ой. Я уже подзагорела, конечно. У меня тут даже полоски такие от другого купальника. Полосочки. А, вот я в воде. Слушайте, камера GoPro. У меня уже memory card закончилась. Я что-то ее... И не очень люблю, она очень искажает. Между прочим, рыбий глаз вот на себя наставляешь, и фигура получается, даже фигура моя идеальная, получается не очень идеальная. А я хочу, чтобы у меня фигура была идеальная. Ну,
Ну, может быть, немножко не молодая, немножко уже пожилая немножко. Потому что я уже пожила на этом свете. Но чтобы она была, ничего, чтобы она была. А GoPro искажает, я не хочу так. Как Лора моя говорит, я так не хочу. Ой, мама, мы маме звоним каждый день раза по два. Вот, к ней там девочки приходят, спасибо им большое, они там ее веселят и смотрят за ней. Так она говорила, что в субботу и в воскресенье, нет, в пятницу и в субботу, представляете, дождь был. Такой сильный целый день дождь. Нам, конечно, здесь все по-другому. Вот. А вчера и сегодня солнышко, но холодно. Градусов 14 всего по Цельсию. Представляете? Вы представляете? Ой. Вот так. Видите, на завязке. А то она у меня упадет. Я свои очки зелененькие где-то посеяла. Эти очки очень хорошие. Но у меня просто в них глазки голубые. Глазки голубые. Так, мой муж куда-то ушел. Что-то там дела какие-то у него. Так, а я пока, наверное, вырубаюсь. Сейчас я буду выходить. Мы пойдем сейчас что-нибудь проглотим. Что-то аппетит прорезался. Прорезался аппетит. Ой, там кричат парочка одна. Ой, как здорово. Так, ладно, пока я отключаюсь. Вот она я. Пока-пока. Окей. Вот смотрите, через очки как у меня получается. Ой, вода чистейшая. Такая красивая вода. И вот сейчас без очков. Раз. Совсем другое, да? Иду, иду, иду. Подарочек тебе несу. Иду и подарок тебе несу. Приготовь место для подарка. Так, молодец. Ну, что ты там нашла? Смотри, какие ракушки. Ой, какие ракушки. Некоторые, знаешь, какие целенькие, Саш. Не раскрытые, представляешь? Сейчас я тебе покажу. Вот, смотри. Вот она вообще целенькая. Не раскрытая. Да. Где-то тут еще у меня была. Вот, целенькая прямо. Ой, как я люблю не просто гулять. Вот, не раскрытая красавица. Смотри, какая. Угу. Ну а что не раскрытое? Там что, живое существо? Там девочка. Девочка. Да. Мне главное гулять, чтобы не просто так, а что-то собирать можно было. А? Ой, it's nice. Теперь можно немножко и отдохнуть, расслабиться. Да? Ничего в камеру не вижу, ребята. Ничего не вижу. Ну ладно, надеюсь, что я там, да? Ой, как хорошо, хорошо. Так. Солененькое немножко. Вот какую мы ракушку с глубин достали. Из глубины. А у Саши какая ракушка, Сашка?